на Cartoon Cat. Я отрезаю голову Cartoon Cat, господи! Просто посмотрите на это, банда! Это отрезанная голова Cartoon Cat! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду! Ведь, блин, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так ты скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы быть сместной банде на ютубе! Ты суприм-банда, я не просто так разговариваю шепотом, все потому, что мой дом пришел реальный Cartoon Cat. Я все еще в шоке, как он вообще узнал, где я живу. Тем не менее, в прошлый раз я снимал его и Cartoon Dog на мой трон. И мы их реально сняли, они реально существуют. И сегодня Бандон каким-то образом оказался у меня дома. Тем не менее, я был готов к этому и уже подготовил кукловоду на Cartoon Cat. Только для начала нужно ее привязать, и у меня есть идея. В прошлый раз, банда, я покупал Happy Meal Cartoon Cat, и там была эта игрушка. С помощью этой игрушки он каким-то образом ожил и появился у меня дома. Получается, банда, что в этой игрушке есть живые частички Cartoon Cat. То есть, если мы отдаем любую конечность этой игрушки в сунем в эту кукловоду, то по идее кукловоду привяжется Cartoon Cat, и мы сможем его уничтожить. Тем не менее, банда, я очень надеюсь, что эта идея будет работать. А пока что, банда, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, Суприм Банда, я сделаю кукловоду на Cartoon Dog и попытаюсь его уничтожить. А также, бро, не забывай про мой инстаграм, инстаграм Насти. И в своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Подпишись, даже напиши на директ и все жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будет скорее ссылка в описании, ставь лайк, а я тем временем привязываю кукловоду. Погнали! Господи, банда, надеюсь, вы готовы. Сейчас мы уже будем привязывать кукловоду. Посмотрите на карту, Дуга. Он заходит в мою. Это видите? Просто жесть, Супер, банда. Давайте уже скорее привяжем кукловоду. Окей, банда, я отрываю ухо карту Гэту и всую кукловоду. Просто жесть. Если эта тема сработает, это будет просто нечто. Окей, банда, по идее, после этого кукловоду уже должна быть привязана к карту Гэту. Думаю, что уже пришло время ее проверить. Окей, банда, первый опыт, который я проведу, это будет с иголкой. Давайте для начала сделаем что-то обычное. К примеру, просто проколем руку. Окей, надеюсь, вы готовы. Я прокалываю руку кукловоду. Черт. О, господи, банда, я прям уверен, что это был Cartoon Cat, черт, просто жесть. О, господи, просто посмотрите на это. Мы прокололи руку кукловоду, и вот что осталось на стене. Это след Cartoon Cat, просто жесть. У него прям из-под когтей идет кровь, вы это видите? О, господи, это просто жесть, Суприм Банда, кукловоду привязана, она работает. Такая жесть, нужно срочно как-то выманить Cartoon Cat на улицу, а то иначе он просто разрушит весь дом. Это просто жесть, Суприм Банда. Эй, Cartoon Cat, кс-кс-кс. Мы тебя не боимся! Господи, чего тут скорее спрятаться? Тихо. Господи, это он прошел. Ох, черт! Просто жесть, банда! О, господи, это был реальный Cartoon Cat. Вы это видели, там была его тень. Я просто в шоке. Окей, он вроде бы здесь ничего не наделал. Эй, Настя, ты тут? Настя! Господи, просто жесть! Он вышел на улицу! Такая жесть, он был реально здесь! Я привязал кукловоду, это его! Просто жесть, нереально в это не верится! Окей, Настя, иди бери дрон и запускай его, чтобы могли его снять! А я возьму кукловоду и нож, давай быстрее, беги! Просто жесть, Суприм Банда, мне в это не верится! Окей, нужно быстрее все это сделать! Кукловоду, нож и быстрее идем уже к Насте! Окей, банда, Настя уже запустила дрон! Давайте скорее будем смотреть, что она снимает! Это просто жесть, окей, это наш дом! В принципе, я нигде не вижу Cartoon Cat, но он 100% где-то на улице. Уже даже немного светлеет, просто жесть. На часах уже почти 4 утра. Он пришел почти ровно 3 часа ночи, я просто не знал, что делать. Окей, банда, вот Настя облетает весь мой двор. Просто жесть. Он 100% где-то здесь, я прям в этом уверен. Окей, его нигде нету. Возможно, он уже убежал, где-то бегает по улице. Но это лишь догадка, банда, я в принципе... А, нет, это кто-то идет. Я, в принципе, никого не вижу. Там только ездят машины и все. Здесь просто никого нету, банда, кроме того человека. Cartoon Cat это вообще не видно. А что, если Cartoon Cat убьет того человека? О, господи, только не это. Просто жесть, Суприм Банда. Окей, я не вижу нигде Cartoon Cat, его просто нигде не видно. А еще очень сложно рассмотреть что-то, потому что на улице очень темно. Сейчас же как-никак сейчас ночь. Окей, вот Настя спускается пониже, чтобы посмотреть. Возможно, он где-то спрятался в этих кустах, в этих деревьях, которые у меня во дворе растут. Я, в принципе, пока что ничего не вижу. Даже на этом соседском доме его нету. Это просто жесть, Банда. Я вообще не понимаю, что происходит. Он как будто снова просто испарился. Тем не менее, мы продолжаем наблюдать, где он может быть. Я очень надеюсь, что мы все-таки его найдем. Но все же, банда, он может запросто убить того человека, который там просто шел. Я все еще в шоке, как все так происходит. Окей, Настя, это бессмысленно. Взлетай вверх, мы его просто не увидим. Что это такое? О, господи, банда, это Cartoon Cat. Он прямо над нами стоит. Просто жесть. Окей, давайте быстрее это сделаем. На!
О, черт, он упал, господи! О, черт! Просто жесть, какой же громкий звук был! Окей, это просто жесть, Supreme Panda, вы это слышали? Он просто упал, как будто всю крышу проломил! А куда он делся? Он просто пропал, вы это видите? Там ничего не видно, это просто жесть, Supreme Panda! Он просто исчез! Это такая жесть, я его вообще не вижу! Куда он мог деться? Он же вот только что был на крыше, упал и все, он просто исчез! Неужели у него реально существует телепортация? Он просто телепортируется! То есть он также сам может телепортироваться и мой дом, банда. Это просто жесть, его вообще нигде нету. Он же был на крыше, на улице. Теперь он просто пропал. Вы это видите, Supreme Panda? Что вообще происходит с этим котом? О, господи, банда, это 100% Cartoon Cat Shot. О, господи, Настя, это 100% кот. Скорее убегаем, идем. Просто жесть. О, господи, банда, это просто жесть. Вы это видели? Я ударил ножом куклу вот и он упал. Например, взяли это на трон. Это была полная жесть. Мне просто это не верится. А потом он почему-то начал дергать ручку. Он спустился вниз и просто хочет нас теперь убить. О, черт, ты слышала? Да. О, господи, просто жесть. Окей, давай кукловоду, нужно что-то с этим сделать. Окей, банда, на счет три. Раз, два, три. О, слышала это? Не кажется ли он упал? Это просто жесть, банда, кукловоду реально работает. Окей, тем не менее, банда, сегодня я реально строим, чтобы уничтожить Cartoon Cat'а. Потому что это очень опасный монстр. Если он нашел нас, он может найти любого из вас и просто убить. Я очень этого не хочу, банда. Тем не менее, нужно его как-то уничтожить. Черт, да соскорее, банда, он здесь. Просто жесть, господи, только не это. О, господи, я реально его слышал, банда. Господи, Настя, это просто жесть. О, черт, неужели это он? О, господи, только не это. Просто жесть, я пока что его не вижу. Окей, Настя, нужно его как-то уничтожить. Возможно, снова придется отрезать ему голову. Если мы отрезаем кукле Вуду голову, то у него она также отпадает. Черт, это реальный Cartoon Cat. Черт, там был Cartoon Dog, Настя. Он тоже здесь. Что происходит? Почему они оба здесь, банда? О, господи, мы видели только Cartoon Cat'а. А теперь здесь также Cartoon Dog, мы только что увидели. Он заглянул прямиком к нам в дверь, как он вообще меня не увидел. Это просто жесть, банда, я просто не знаю, что делать. Пришло время уже покончить с этим, Настя. Нужно срочно избавиться от этой куклы, точнее от Cartoon Cat'а. Мы должны его 100% убить сегодня с помощью этой куклы. Но только у нас ничего нет, мы все оставили там. Окей, Настя, попробуй как-то с помощью куклы отвлекти Cartoon Cat'а. А я побегу, заберу ножницы, мы отрежем ему голову. Окей, держи камеру. Окей, Настя, держи. Это просто жесть, банда. Я очень сильно переживаю. Аккуратнее. Окей, Настя, давай начинай его душить. Хорошо. Я очень переживаю. Надеюсь, это сработает. Как мы знаем, коты не любят воду. Я давлю со всей силы. Вы слышите, это он кричит. Значит, все получается. Он задыхается, и это работает. Надеюсь, Сережа скоро придет. Ой, Сережа. Это просто жесть, Настя. Я не знаю, что ему делать, но ему явно было очень плохо. Окей, тем не менее, банда, вот кукловоду на Cartoon Cat'а. Черт, она очень мокрая. Окей, тем не менее, сейчас банда уже на ваших глазах. Я отрежу ему голову. И, возможно, раз и навсегда уничтожу Cartoon Cat'а. Я очень надеюсь, банда, что вы это оцените лайком. Тем не менее, давайте скорее уже это сделаем. Потому что он может нас запросто найти. А я очень не хочу, чтобы он меня убил. Окей, банда, значит, решила отрезать голову. Раз, два, три. Я отрезаю голову Cartoon Cat'у, господи. Просто посмотрите. Я отрезаю ему голову, банда. О, господи, он идет сюда, Настя. Господи, Настя, ты видишь это? Просто жесть. Господи, банда, мне просто это не верится. Вы это видели? Я реально отрезал голову Cartoon Cat'у. Он только что был и без нее. Просто жесть, Supreme Panda. Окей, тем не менее. Давайте попробуем выйти как-то посмотреть на эту отрезанную голову. Она же где-то там лежит. Господи, банда, я очень переживаю. Черт, просто жесть. Окей, банда, тем не менее. Cartoon Cat все еще жив. Я думаю, мы отрежем все конечности, все руки и ноги. О, черт! Просто посмотрите на это, банда! Это отрезанная голова Cartoon Cat'а! Господи, какая же она стрёмная и кровоточит! Ты видишь это, Настя? Согласен, пойдем отрежем все конечности, чтобы он даже не смог двигаться. Окей, давай это сделаем быстрее. Просто жесть, банда, я отрезаю Cartoon Cat'у руку. Вторую руку. Просто жесть, банда, он точно после этого умрет. А также отрезаю ноги, что он не мог даже ходить. Просто жесть. Окей, банда, все, пойди, после этого Cartoon Cat 100% мертв. Мы просто ему все отрезали, посмотрите на это. Просто жесть. У него вообще ничего нету, такая жесть, банда. Мы уничтожили Cartoon Cat'а. Теперь остался только Cartoon Dog. Банда, теперь аккуратно, давайте посмотрим. О, господи, он
Где-то здесь, черт поди, просто посмотрите! У него полностью все конечности отрезаны! Мы реально убили Cartoon Cat! А вы скорее назад! Окей, Supreme Банда, тем не менее, вы помните 10 человек, увидели куклу на Cartoon Dog, а также проводков из прошлого видео. Просто искренне шикарные и держи комментарии. А просто ты хочешь послушать видео всего лишь 100 позиций ниже? Нажал лайк, колокольчик и все про тужину видео. Лайк, колокольчик, коммент на видео, бандит. Так же скорее пиши комментарий, ставь лайк, а также пропомни одно. Оставайся таким шикарным! Пока!